Круто. Спасибо, Алена. У нас есть еще один вопрос от моего коллеги. Дмитрий, задайте. Алена, я хотел бы заметить, что я один из немногих, кто правильно выговаривает ваш никнейм. Робин Худин. Вот, уважаемый Робин Худин, хотел бы спросить, так вы все же рубль, юань, евро или доллар? Вы конкретно. Ну вот вы какую валюту выбираете? У меня поровну в евро, в долларах и в рублях. Дмитрий имел в виду, с какой валютой вы себя ассоциируете? Вот что вам ближе? Доллар, евро, юань, фунт стерлинг? Рубли. Рубли, ну конечно же, наш патриот. Аплодисменты. Патриотический ответ. У меня также к вам созрел вопрос. Смотрите, все деньги, которые я сегодня заработаю, я сразу же, у меня есть планы сразу же их пойти и потратить. Это неправильно. Это неправильно? Да. Я, к сожалению, ну не могу я прийти домой, открыть банку, копилку, положить туда деньги. Понимаете, обязательно что-то понадобится. Могу в 2 часа ночи буквально встать, сорваться и пойти купить себе много шоколадного масла. На самом деле, если вы тратите все, что зарабатываете, вы поступаете как раб. Как раб? Раб. Раньше рабы работали за еду и одежду. Им не платили зарплату, им просто давали крышу над головой и чуть-чуть покушать. Они целыми днями за это работали. Если вы также тратите полученные деньги на то, чтобы обеспечить, там, заплатить коммуналку, съездить на работу и проесть все деньги, вы поступаете как человек, который когда-то был рабом и вообще не получал зарплату. Ему просто этим же платили зарплату и все. То есть вы себя на его место ставите добровольно. Я очень рад, друзья. Поаплодируйте, пожалуйста. Перед вами настоящий раб. Я иду к вам, да. Здравствуйте, Алена. Скажите, пожалуйста, а сколько вы конкретно от своих денег, которые в ваш семейный бюджет поступает, поскольку вы сейчас молодым человеком живете, вы откладываете именно на какие-то цели или просто откладываете? Спасибо. В процентах. Мы откладываем 75% от доходов и живем на 25%. А вот это доход. Сейчас просто, по-моему, каждый позавидовал, да? Вот, скажите, вы откладываете 75%? Нет, конечно. А вот Робин Худин откладывает. Я умею экономить. Я хочу сказать, что я 80% откладываю. Да вы перебили, открывайте блог. Что, друзья, хотелось бы спросить, есть еще вопросы? У вас, да? У вас, видимо, вы откладываете все 90. Вы такая стройная. Алена и дорогие гости, я же вам обещал настоящих звездных блогеров, которые поддержат нашу мужскую точку зрения, пусть она и не такая многочисленная, такие настоящий терминаторский диалог. Ребята, встречайте, Костя Павлов, Лист ТВ! Костя, пожалуйста. Спасибо. Я на самом деле не очень разбираюсь в косметике, не всегда понимаю, зачем она нужна. Вот ты мне можешь пояснить, зачем она нужна? То есть мне часто нравятся девушки без косметики, потом я смотрю, когда она, так скажем, намазалась, мне уже не очень нравится. Вот зачем тогда она это сделала? Большинство мужчин, которые говорят, что им нравится женщина без косметики,
слышала отзывов мужчин о реально ненакрашенных женщинах. Обычно это очень плачевные отзывы, после которых самооценка любой девушки упадет до нуля. Смотри, ты сама говоришь, 3,5 часа. 3,5 часа. Это гипербола. Ну, пускай. Ну, даже 2 часа. Я просто, если не могу писать. Я вот, ну, собираемся мы к 11 часам, да? Да. Куда-то пойти. Я в 10:30 проснулся, без 15 я уже готов идти, а девушка еще собирается. Да. Стоит она того? Ну, большинство девушек, которые здесь присутствуют, они все с макияжем. И если каждую спросить, ну, как минимум полчаса уходит на то, чтобы привести себя в порядок, накрасить реснички, там, брови и все. То есть ты считаешь, что стоит оно того? Конечно, стоит. Посмотри, какие девчонки сидят и все с макияжем. А если девушка, ну, она просто от природы, вот прям вот, ну, вот как надо, ей тоже нужно что-то все-таки подкорректировать? Где? Покажи ее. Я не знаю, наверняка же есть такие. Ну, теоретически, как бы, да, но обычно исключения подтверждают правила. Мне кажется, такой вот точечный макияж, он только украшает девушку любую, самую красивую. А есть какие-то вот, ну, рамки возраста? То есть, например, вот с 16 лет можно уже начинать, или там только с 18? Вот мне вот это тоже вопрос интересует очень. Я думаю, что младше 16, наверное, не стоит краситься, потому что можно сойти за девочку, которая очень рано стала взрослой и занимается несвойственными ее возрасту вещами. Поэтому лучше начинать краситься тогда, когда у вас уже детские черты стремятся вниз и появляются черты девушки, женщины, и как-то элегантно подчеркивать. Тогда это будет уместно и красиво. Еще у меня вопрос, потому что мне приходится большую часть бюджета тратить на косметику под названием МАК. Стоит она, вот серьезно, стоит она своих денег? Почему от нее все тащатся? Почему все говорят, что вот только ей нужно пользоваться и так далее? Или есть ей какая-то замена более дешевая? Ты покупаешь косметику МАК? Я покупаю своей жене косметику МАК. Да, это профессиональная косметика. Есть у нее альтернативы, но они, как правило, еще более дорогие. То есть есть еще более дорогие? Конечно, да. Куда уж дороже, ну, серьезно, когда ты 2000 тратишь на какую-то фигнюшку? Есть и гораздо, ну, не гораздо, но значительно более дорогая косметика, чем МАК. Но МАК считается хорошей, профессиональной косметикой. То есть ты считаешь, что она того стоит? Да, думаю, девушка, которая уже пользовалась более дешевой, более дорогой, она всегда найдет отличие в пигментации, в стойкости, в нанесении, в тушевке и так далее. Вот, также по бьюти-блогершам. Я немало, кстати, смотрю, очень много, даже могу назвать, кого смотрю. Кого? Викторию Моисееву, какая-то там, Лизу Онэйр. Ты сам смотришь? Да. Учишься? Нет, вот в том-то и дело, что я вот смотрю и думаю, вот она 15 минут рассказывала о том, как вот что-то сделать. Неужели кто-то посмотрел и начал это делать? Вот по твоему опыту делают вот зрители ваши? Конечно. Мало того, что практикующий визажист, он всегда, какой является Мика, например, он всегда знает на практике отличие одного продукта от другого, поэтому может посоветовать более бюджетные аналоги, либо из двух профессиональных средств более удачную версию. И, конечно же, большинство мастер-классов девчонки применяют на себя полностью или частично. Это очень полезно. То есть все это, в принципе, правда. Вот то, что вот на видео вы показываете, это все, вы это сами применяете. Или это вот вы увидите, вы знаешь, мы в научных клубах, ну, есть у нас такая передача, шоу, как хотите, называйте. Мы увидели эксперимент, да, какой-то, чужой. Взяли его, попробовали, получилось, нет. Ну, это уже как бы дело второе. У вас прям на практике происходит, или вы тоже, ну, попробовали, да, нет, и все. Или вы прям этим пользуетесь сами. Ну, как правило, если бьюти-блогер снимает мастер-класс, то будет очень заметно, что он это делает в первый раз. То есть, если он показывает макияж, скорее всего, получится грязно, криво, будут разные стрелки или просто цвета, которые делают из его глаз воспаленные такие глазища после болезни. Поэтому, как правило, сначала за кадром все это пробуют, потом, если получается хороший результат, снимают мастер-класс. А если не получается, не снимать? Если не получается, то никто не хочет позориться. Понятно. В общем-то, я думаю, у меня все понятно. Про косметику я спросил, меня убедило, что нужно.
продавали бананы, не знаю. Я вот теперь хожу с ним как болван. Будешь есть? А также, да, конечно. Также, кто придерживается диеты, знает, что, да? Правильно, банан нужно кушать. Ну, как источник энергии. Но они калорийные, поэтому не очень. Хорошо. То есть и здесь все плохо? Да, подвох. Ясно. Все. Ну что же, дамы и господа, аплодисменты. Костя Павлов, Бестовая. И Робин Худин. Робина Худина. Робина Худина. Да. Его как будто нет всегда. Она. Ее как будто нет всегда. Да. Да. Робина Худина, ее нет. Она тут. Спасибо вам огромное за этот замечательный мастер-класс. Аплодисменты, друзья.